было непросто в начале, тем более первого тайма. Они, у них были пару моментов, где они могли забить. И, ну, как бы, даже потом уже не знаю, как пошла бы игра. Но мы дотерпели, гнули свою линию. В принципе, нам удалось забить первыми. С ними это очень важно, потому что с ними потом совсем сложно играть. И вот держали, старались дорабатывать, для, ну, чтобы не давать им больше шансов вообще. Вот, протерпели, молодцы. Спасибо ребятам за то, что они дали мне сыграть на ноль. Вот, Ильюше тоже, Беспалову тоже большое спасибо. Вот, что подменил меня, и мы сыграли на ноль.